к другим темам. Сегодня из Краснодарского края вернулся отряд студентов педагогического факультета КБГУ. С начала лета ребята работали вожатыми в детском оздоровительном санатории Ейска. Приехали начинающие педагоги с приподнятым настроением. Встретил педагогический десант министр по делам молодежи Султан Хожирока. 13 человек в течение 2 месяцев, как говорят сами ребята, заменяли детишкам родителей. Ейск был выбран не случайно, пояснил директор Центра занятости студентов КБГУ Аслан Шафиев. Город выбирали по условиям, которые он предоставил. Представлял педотряду и возможностям приобретения практических навыков. Этот санаторий хочет работать с нами и на следующий год. И на следующий год, надеюсь, уже количество ребят, которых мы туда отправим, будет варьироваться от 60 до 80 человек. И вот сейчас 5 человек остались в Сочи работать до конца лета. Плюс 2 человека остались работать в Ейске. В конце августа в Нальчик должны вернуться и уже строительные отряды из Сочи, Екатеринбурга и Волгограда.